Друзья, всем огромный привет, и в этом видео я научу тебя делать короткие рилзы. Ролики, которые можно использовать в ТикТоке или в Рилз, Инстаграм. И так как этот метод достаточно простой, вы такие рилзы можете делать множество, потому что это не занимает много времени. И у меня на канале есть отдельный плейлист, в котором собраны все видеоролики, посвященные рилзам. И не забудь подписаться, так как мы с тобой и далее будем разбирать различные методы и способы получения рилзов. Итак, вы на канале Art Photo Life, меня зовут Серджио, и поехали! И для получения коротенького видео рилз мы будем с вами использовать телефон, поэтому запасись стилусом, чтобы тебе удобнее было работать. Итак, скачай и установи приложение Mojo, которое доступно как в Google Play, так и в App Store. Открываем приложение Mojo, и сверху мы с вами видим различные наборы шаблонов. Мы с вами сегодня выберем минимализм. Мне нравится здесь вот такой вот четвертый шаблончик. Достаточно интересно раскрываются здесь фотографии с таким красивым симпатичным вылетом. И тебе для использования этого шаблона нужно будет приготовить две вертикальные фотографии, две квадратные и одну горизонтальную. У меня они уже готовы. Итак, приступаем. Кликаю на шаблон, выбираю самый верхний и размещаю сюда фотографию. Я могу также ее поправить, сделать кроп таким образом, который мне будет интересно. Двумя пальцами я могу изображение сделать больше, либо меньше. Пожалуй, я остановлюсь на таком варианте. Выбираем следующий макет. Я выберу эту фотографию. Теперь кликну на квадрат, выберу следующую фотографию. Ну, соответственно, и так далее. Заполняем нашими фотографиями весь макет. Итак, друзья, макет мы с вами собрали. И теперь мы можем поменять цвет нашего фона. Для этого кликаем вот сюда вот на кисточку. Далее внизу выбираем цвета. Я выберу черный фон. Что еще можем здесь мы использовать? Мы можем выставить здесь длительность. Сейчас у меня по умолчанию стоит 6 секунд. Я могу сделать 5 или 7. Давайте сделаем ровно 7 секунд. Формат мы с вами будем использовать 16:9. В шаблоне подойдет выбор истории. Музыку мы здесь накладывать не будем. Кликаем «Готово». Далее, друзья, кликнув на глазик, вы можете посмотреть, как будет выглядеть ваш коротенький видеоролик. Можем вернуться назад. И, друзья, вы возле глазика слева видите стрелку. Если вы на каком-то шаге ошиблись, вы можете сделать шаг назад или шаг вперед, подредактировав тот или иной уровень производства вашего Reels. Итак, друзья, все готово. Мы кликаем «Сохранить». Внизу шкала движется и показывает нам, как Reels сохраняется. Все, появилась зеленая галочка. Reels готов. Пока мы ничего с вами делать не будем, кликнем «Готово». Но это еще не все, нам теперь нужно сделать обложку для нашего Reels. Я выбираю приложение, которое у меня называется GridArt. Это приложение очень удобно, я пользуюсь только им, оно помогает делать интересные коллажи. Итак, я выбираю коллаж, я выбираю наших 5 изображений, кликаю «Следующее», закрываем ненавязчивую рекламу. В пропорциях я выберу 9:16. Если у вас стоит что-то иное, выбирайте 9:16. Далее, друзья, в макете мы подберем что-то, что было бы похожее на наш Reels. Если вам не нравится расположение ваших изображений, вы можете поменять их местами. Для этого вам необходимо кликнуть на фотографию. Появится снизу вот такая вот шкала. Вы увидите здесь кнопочку «Обмен». Кликаем «Обмен». И меняем на то изображение, которое вам больше нравится. Вот такое размещение фотографий мне, пожалуй, нравится больше. Также вы можете подвигать фотографию и выбрать более удачное расположение в кадре. Кликнув на границы и выбрав среднее значение, вы можете раздвинуть фотографии, сделать пошире рамку. Также вы можете общую рамку, которая окружает все ваши изображения, сделать поменьше. Для рилза это актуально, потому что сверху и снизу у нас будет информация, которая присутствует в разделе «Рилз». И нижним ползунком вы можете сделать округлые края. Я этого делать не люблю, я этого делать не буду. Кликаем галочку, нажимаем «Сохранить». Итак, у нас теперь есть обложка. Закрываем ненавязчивую рекламу. Теперь переходим в Инстаграм. Переходим в раздел «Рилзы». И, друзья, теперь нам необходимо с вами выбрать
мелодию для нашего рилза. И, друзья, посоветую вам мелодию выбирать из рилза, который имеет большой охват, большое количество просмотров. Таким образом, вы ваш видеоролик привяжете к этому популярному ролику, и он будет показываться следующим после того ролика. Таким образом, вы соберете больше просмотров. После того, как вы выбрали мелодию, вам необходимо далее нажать в правом нижнем углу на значок этой мелодии, кликнуть «Сохранить аудиодорожку». На всякий случай запомните название. Теперь мы можем отсюда выйти. Далее, друзья, переходим в наш профиль. В правом углу кликаем плюсик. Кликаем «Создать видео Reels». В нижнем углу значок с синеньким плюсиком. Кликаем на него. Выбираем наш видеоролик. Он у нас добавляется. Кликаем «Добавить». Осуществляется обработка. После чего, друзья, в левой панельке нужно кликнуть на нотку. И здесь выбрать мелодию, которую мы только что сохранили. Внизу у вас линеечка, вы всегда можете отрегулировать и выбрать тот участок, который наиболее подходит к вашему ролику. Кликаем галочку. Далее, друзья, нажимаем «Предпросмотр». Нажимаем «Далее». В верхнем левом углу видим обложка. В таком случае она у нас может быть просто черная быть, либо получиться, ну, не той, которую мы бы хотели увидеть. Вот для этого мы как раз и готовили с вами отдельный коллаж. Кликаем снизу «Добавить из галереи». Выбираем обложечку, которую мы с вами сохранили. Нажимаем «Готово». Далее вы можете ввести свою надпись и добавить хэштеги, но для видео Reels это не совсем обязательно, и, похоже, это особо не работает. Далее, друзья, вы своим рилзом можете поделиться в ленте. Я этого не делаю, я своим рилзом делюсь в сторис. Поэтому я галочку «Также делиться в ленте» убираю. И теперь кликаю внизу «Поделиться» в разделе Reels. Видео загружается, но мы готовимся с вами получать лайки и получать большие охваты, потому что Reels сейчас пользуются огромным интересом у аудитории. И Instagram, желая создать здоровую конкуренцию TikTok, сам продвигает Reels в своей соцсети. На этом, друзья, все. С вами был Серджио и фотошкола Art Photo Life. Желаю вам творческих высот. Если видео понравилось и было полезным, не забудь поставить лайк и подпишись, потому что впереди тебя ждет много интересного и полезного. Всем пока и до новых встреч! Если ты хочешь стать обладателем пресетов уровня Pro и вместе с этим поддержать развитие канала Art Photo Life, ты можешь приобрести эксклюзивные наборы авторских пресетов со скидкой аж 65%. С примерами обработки пресетами можно ознакомиться в моем Instagram. Нужны подробности? Напиши мне в чат Instagram, и я отвечу на все твои вопросы. Все ссылки в описании. Выведи ретушь своих снимков на новый продвинутый уровень. We'll be right back.